Всем привет, друзья! Вы на канале Бухай ТВ, и сегодня у меня на обзорчике Хортица Платинум, друзья. Так что как-то так, друзья. Сразу хочу принести свои извинения, чуть-чуть приболел, так что насморок и горло чуть-чуть может, как говорится, сказываться. Ну и температура у меня таким вяленьким могу быть. Что хочу сказать, друзья, сильно по чекушке рассказывать не буду, как говорится. Что за ее рассказывать, все за Хортицу на старых видосах у меня есть. Ну и сейчас приболевшим не сильно хочу тут сидеть вещать. На пробочке имеется значок Хортицы. Здесь такая чекушка продлинноватая, я бы сказал, такая необычная. Значок Хортицы здесь. Хортица написана, такая темно-бронзовая этикетка. Имеется 3 медали. Горилка написана. Объем нашей чекушки 250 грамм, 40 оборотов. Здесь тоже выдавлено что-то на английском. Здесь тоже выдавлено все по-английски. И такая этикеточка. Ну что, спирт класса люкс, будет вода. Ну, такой, я думаю, состав будет обычный. На закуску, друзья, по закуске, что у меня, друзья. Аджика домашняя. Сальцо, чесночок, огурчик бочковой и лучок, хлебушек. Немножко помидорку одну взял, большая помидорка, она пополам разрезала, много. И так закуски, как говорится. Картошечка отварная, еще солькой посыпал, перчика немножко. Ну и пелюсточка, друзья. Друзья, реально, как говорится, чуть-чуть, как говорится. Так что, друзья, снимаю приболевшим для вас. Так что, друзья, оцените реально это лайком, как говорится. Ну, если кто меня будет смотреть, и не трудно, подписочкой. Ну и, конечно, друзья, комментарием. Ну что, друзья, по чуть-чуть, как говорится. По чуть-чуть, друзья. Отснял я видос на водочку житник, друзья. Посмотрите это видео, короче, вам понравится. Мне, скажу больше, житник колган с медом, получается, тоже понравился. Так что, друзья, давайте, как говорится, оценим теперь нашу Хортицу Платинум. Оценка где-то этой водки, если я не ошибаюсь, была у меня поначалу, начало канала вроде бы была оценка этой водки. И, друзья, была где-то, может, с полгода тому назад, если не больше, ну, где-то год. Ну, где-то так, друзья, где-то год-полтора где-то был обзор на эту водку. Точно не помню, потому что реально уже видосов на канале столько много. Такая водка сама по себе интересная. Ну, давайте, друзья, сейчас ее оценим. Что хочу сказать, друзья. В принципе, какой она была, такой осталась. Ничего не поменялось. Заходит так, как водка. Вкус такой небольшой водочки проходит, прогревает. В принципе, неплохо. Я бы, конечно, выпил бы перцовочки, но я не хожу, я заболел. Но я позвонил, мне купили, короче. Я говорю, купите мне чекушку перцовки какую-нибудь. Ну, получается, чекушку перцовки не нашли. И получается, купили Хортицу. Я говорю, ну ладно, Хортицу давно не снимал, в принципе. В принципе, в последнее время там на такие водки, что, ну, не знаю, как в Путивле у нас, может, там где-то в Киеве. В основном с Киева привожу все, что обычный человек может. Ну, обычный народ, я думаю, в принципе, берет такую классику. Водка как водка. После первой рюмочки водка как водка. Сейчас я вторую повторю. По целой, друзья, не наливаю. Буду наливать по половинке где-то так. С маленьким тяжело пить, конечно. Не, ну я могу и по целой пить. Ну, зачем, друзья? Сами прекрасно. Зачем мучить организм? Давайте, друзья, по второй. Нормально, как водка. И, друзья, аджичкой закушу. Друзья, ставьте лайчонок, кто любит аджичку. Аджика бомба. Это батя делает у меня в деревне. Аджичку такую. Ну и, как говорится, не знаю, не любите наше украинское сало. Это надо, не знаю, это грех, друзья. Картошечку. Такая отварная. Друзья, даже не помню, когда я последний раз и болел так, чтобы так серьезно.
дома, ну, до дачи в деревне работы много, но да, все-таки мать, отец живут. Я приболел, не хочу их. У меня, ну, вкус еды, я чувствую, у меня, не переживайте, коронавируса нету. Просто приболел. Ну, скорее всего, загриповал немножко. Так что, друзья, не хочу никого заразить. Поэтому, друзья, как-то так. Чекушечку водочки под такую хорошую закуску, идеальную закуску, я бы сказал бы. Давайте по третьей водочку и буду оценивать. Хорошо, лук вообще такой запах, да, хороший. Такая, я бы сказал, средняя водка, друзья, средняя водка. Не порекомендовать, не поругать, ну и не похвалить, как говорится. Средняя, в принципе, нормальная средняя водка. Если сравнивать с такими, ну, обычная классика, обычная классическая водка, друзья. Ну что, друзья, приведу сейчас нос в порядок, ну и включусь. Как говорится, лучок пробил носик. Пошла наша съемка, друзья, опять. Прошу прощения за свое здоровье. Ну, друзья, что ж поделать. Видео надо снимать. Видео с житником, друзья, выкину. Ну, не выкину, выложу, как говорится. Ну, выкину, по-другому называю, по-быстрому. Выложу хорошая водка, прикольное видео. Все как положено, друзья. Нарвали грибов, видео с леса. Это вообще, это история, но я выкладывать это не буду, потому что там 2 минуты видео, там, это не на житник, на другие водки, там на Немирова, на перцовку. Это классика. Это все пьяные уже, с пакетами, с ведрами, с рыбами, короче, на пню, короче, так стоим. Ну, 4 пакета грибов, короче, нормально, ну и ведро, короче, нормально там такое. Я, честно сказать, ни одного гриба не сорвал, мне оно как-то... Я и шел видео поснимать, пообщаться с братом, пообщаться с людьми, водочки попить, а грибы-то такое формально, сами прекрасно понимаете. Ну, давайте, друзья, как говорится, за лес, за грибочки, за хорошие. Этот, ну, грибов на столе у меня нету, грибы там варятся, закусывал я грибами вареными, грибы бомба, скажу честно. Ну, сейчас их нету, сейчас все позакрывалось в банке, да, вы поняли. На зимой уже буду, ребята, есть. Пелёсточка. Любите ли, друзья, пелюски, скажу честно. Ну, это, как говорится, сейчас закушу. Вот это называется. Прощай лето называется. Летом на речечке. Так, кусочек сальца. Хлебушек, помидорчик. Помидор у меня свежий, друзья. Чесночок. Сейчас такое, друзья, время пошло, что много кто он короной болеет, много кто вообще болеет. Так что надо, друзья, витамины, чтобы были. Лук там, лук, чесночок. Как говорится, подберегать себя, чтобы было все хорошо. Друзья, мне много кто пишет по поводу посылок, такое больше видео. Обычно я так стараюсь выпить, рассказать, какая водка хорошая, ну, хорошая, плохая. Выпить побольше, потому что много кто пишет, типа, мало пьешь. Выпить побольше, оценить, рассказать, ну и стол накрыть. Так что, друзья, много кто пишет по поводу прислать посылку, друзья. Я не хочу писать, друзья, свои данные в Ютубе, писать там свой номер телефона и все остальное. Там, если мне по новой почте будут высылать. Не хочу это писать.
Поэтому, друзья, списывайтесь со мной, пишите мне либо в Фейсбуке, напишите в комментариях, я напишу, куда вам написать. Кому куда удобнее, кому в Фейсбук, кому в Инстаграм, ну, вы поняли. Кому куда, потому что не хочу писать, потому что, ну, много кто будет заходить, много кто звонить, прикалываться, я не хочу, чтобы это было. Что хочу сказать, мне знакомая моя, получается, ну, я с ней, как говорится, в Киеве познакомился, хорошая знакомая, хорошая подруга, передаю привет Ирине, как говорится, привезла бутылку самогона. Ну, я этого самогона немножко попробовал уже, немножко попробовал. Самогон бомба, отрезвляющий, как говорится. Ну, так выпиваешь, думаю, это самогона будет. Самогон градусов 50, я не мерю, но реально он отрезвляющий, классный самогон. Я обзорчик, соответственно, и на самогон, и на водку житник, как говорится, все выйдет, как говорится. На пивасы я, друзья, брал пивасы. Тоже выйдут обзоры. Короче, все будет выходить, все будет постепенно. Насчет этого не переживайте. Так что по поводу посылок пишите. Ну, только кто серьезно пишет. Не просто там, что написал, я там пришлю посылку. Ну, я написал там, ну да, да, конечно, готовы там, куда там, ну, напиши туда-то, туда-то. И все, человек пропал. Как бы, ну, если, ну, так, то серьезно, друзья. Ну, давайте, друзья. За, как говорится, если кто-то пришлет посылку, передам привет, как говорится, и городу, и человеку. Давайте, друзья, вообще за всех подписчиков, кто меня смотрит. Как говорится, вы молодцы в последнее время. То в одно время так слабое время просмотров было, и количество просмотров сейчас, конечно, пошло, друзья, вверх. Вы, конечно, молодцы. Может, я контент стал лучше делать. Ну, и вы, конечно, молодцы, что смотрите меня. Много кто старых, преданных подписчиков смотрит меня. Так что всем дай бог, друзья, здоровья. Так, приболевший сейчас он выпил. Так это аж тяжеловато, говорится, так, не тяжеловато, такое состояние, типа, как опьянение, ну, организм чуть устал, что такое, есть пьяность, давайте, друзья. Если бы оценил бы эту водку по 10-бальной шкале, как я раньше любил, оценил бы где-то баллов 8. Неплохая, в принципе, водка. Нельзя ни поругать, ни похвалить, друзья. Так что, хлебушек. О, насморок ебет, конечно, друзья. Ну, надо лечиться. А лечиться... Я, кстати, друзья, что хочу сказать? Я говорю, не говорю. Может, подумал. Я просто не по тексту работаю. Я не пью таблетки никогда, да, не болею практически никогда. Сейчас он, не то, что там я лежу. Сейчас я нормально, в принципе, чувствую, но в организме слабость. Температура, насморок и горло. Огурчики бочковые, друзья, уже. Пахнут бочкой вообще бомба. Ну, на зиму, друзья, я буду стараться такую более простую закуску. Летом как-то я больше... Хотя мы тут до этого, как я приехал с работы, хорошенько гуляли, движовали. И хинкали, и в лес. И сосиски, и чебуреки сами домашние готовили. И сосиски пекли в тесте. И охотничьих колбасок было немерено, короче. Короче, друзья, реально было... Бомба. По закуси что хочешь. Ну, жестко отгуляли. Сорвался, я скажу, больше. И определенное количество дней, так и времени. Как говорится, выпустил своих демонов наружу, как говорится. Ну, короче, как говорил Саша Емельяненко, был в романтическом настроении даже. Ну, давайте, друзья, чтобы не заходить в романтическое настроение, потому что это очень плохо. Потом, во-первых, я вышел с запоя, ну, получается, не с запоя, но с романтических этих настроений. Ну, и, получается, приболел. Чего приболел? Сквознячок поймал, короче. Вот в чем проблема заболевания. Ну, давайте, друзья. Фух.
когда-нибудь, друзья, запишу видео о здоровой закуске. Ну, сало это, в принципе, здоровая закуска. Картошка, здоровая закуска, капуста. Здесь, конечно, будет самая нездоровая закуска, это аджика, конечно. Потому что она острая. Там чеснок, хрен, другие ингредиенты, там помидоры, перец. Конечно, чтобы организм хорошо переваривал это все, что картофелем отварным закусывал, рыбой отварной. Да что, как-то так. Кто-то скажет, там целыми пил бы там. Друзья, куда вы спешите? Да что, как-то так. Ну что, друзья, давайте сейчас я приведу нос в порядок и, как говорится, влечусь, за это приношу извинения. Перед съемками, друзья, не обратил внимания, только что думаю, как-то по свету сижу, вроде бы у нас потемнее, солнечно сегодня нормально. И как-то, ну, света, ну, не сильно ярко. А у меня получается люстра, ну, куча этих, я включаю фиолетовых лампочек, таких мелких. И получается 4 таких больших здесь. Так одна из 4 перегорела, короче, друзья. Ну, давайте, как говорится, здесь остается немного. Сильно большой ролик и так, там уже 16 минут. Постараюсь допить по-быстрому. Хотя, в принципе, 25, я думаю, нормально будет. Ну, давайте, друзья, как говорится. Обязательно попрошу всех досмотреть этот ролик до конца. Такое больше. Пишите мне, я общаюсь со всеми, интересно, как говорится. Даже когда и в загулы ухожу, все равно стараюсь отписываться. Бывает, там день-два не отписываюсь, если там сильно в загулах. А так, потом все равно всем отписываюсь, как бы. Давайте, друзья. Но сейчас я все равно в загулах не буду, сейчас я болею. Да, и потом уже работа, дома работать надо, на работе работать, как говорится. Сами все прекрасно понимаете. Давайте, друзья. Помидорка. Помидорка сочная, хорошая. Домашние. Кстати, у нас уже домашние помидоры. Уже последние, грубо говоря. Но уже будет холодать и все такое. Сами прекрасно. Может, на юге там и дольше помидоры пробудут. Но у нас, конечно, поменьше помидоры пробудут. Ну, а покупные помидоры, таких хорошие помидоры крепко дорого стоят, свежие. А такие, что средняя цена и все остальное, такие в основном безвкусные. Ни о чем как бы. Плюсточка бомба. Да, зимой я думаю, ну, не представляю, но больше думаю делать простую закуску. Именно простую закуску. Меньше тарелок, я так думаю, просто больше досточек. Я хотел одну большую досточку такую, чтобы можно было. Ну, так не получается. У нас в Путивле это самая большая, что есть. Просто таких пару, наверняка, три. Да, наверняка, просто нет. 4, может, даже вот так, 2 сюда, 2 сюда. Ну и получается под низ что-то подстеливать, что-то можно было выкладывать все больше, как бы, знаете. Я как-то так хочу это, чтобы как-то более. Тут, например, закуска лежала, тут лежала закуска, там топ-10 лучших закусок. Ну, что-то такое хочу проводить еще помимо этого. Чисто ни одна пьянка, ни одни закуски. Ну и, например, там капустка квашеная, там где-то там какую-нибудь тарелочку минимальную, такую маленькую. Там, ну, вы поняли меня. Чтобы было красиво все, чтобы, ну, четенько было. Ну, давайте, друзья, кажется, за нас, за канал, чтобы он, канал рос и процветал. Давайте, друзья. Капустой. Капустка это хорошо. Такая сочненькая, кисленькая, немножко сладенькая, вкусная.
Главное, друзья, что полезное. Хлебушка много не нарезал, друзья. 4 кусочка, ну, уже, в принципе, уже и съел. Так что... Ну, друзья, ничего страшного, там рукой такую еду можно брать, рукой там. Тем более дома, хотя вилка есть, он, кто смотрит, кто знает, но все равно рукой взял. Там. Так все это, друзья, не в ресторане, не где-то там, нет. Все мы люди, как говорится, в этом ничего плохого нет. Ну, конечно, да, закрутка вот тут такая, ну, в принципе, неплохая, вот, если разобраться. Получше будет, чем в пшеничках, ну, и не такая, как, у, например, друзья, у видео увидите, какая будет пробка у житника, этот колган с медом, получается. Там такая, там хорошая, мне понравилось, это, акцент я оставлю на открывашку, прикольно. Ну, не, с абсолютом не сравнится с другими. Ну, с другой стороны, нету дозатора, друзья. Даже как-то так. Ну, не знаю, насколько там времени растянулось. Может, уже минут на 30. Ну, даже если на 30 минут, друзья, посмотрите. Бо много кто там пишет, говорит, ты там пьешь там быстро. Кто одним... Всем, друзья, не угодишь, как говорится. Потому что хочется иногда и поговорить. Заболел немножко. Сейчас он такое состояние подвялшее. Сегодня... Утро началось с того, что там то и сё, я, короче, чай пил, то с медом, то еще всякое другое пополоскал. Потом, друзья, лег поспал. Сейчас, друзья, вам, как говорится, так, сейчас чайку попью еще с медом. Ну и ляжу посплю. Ну, как чай с медом? Я пью зеленый чай. Когда с медом пью, когда просто без меда пью. Ну, сейчас просто без меда выпью чай и все. Ну, давайте, друзья, чтобы было все хорошо. И, как говорится, чтобы никто не болел, чтобы все были живы, здоровы, счастливы, полные карманы денег. Дома вас любили, ждали и ценили. И чтобы все было в жизни у вас хорошо. Там какой-то там тост изучать, там, да чтоб там он рос на горе Арарат, там и все остальное, там полчаса. Как вот он, у них вот был, на свадьбе деда побили ему, 80-летнего. А за что? Говорит, полтора часа тост толкал. Друзья, мы так тост не толкаем, давайте, друзья, чтобы все были живы, здоровы, чтобы у всех был успех, счастье, любовь. Здоровья и деньги. Давайте, друзья. Два кусочка просится. Два кусочка положено. Да, сейчас такой божья закуска уже зимняя здесь, летняя, сало всесезонное. Ну давайте, друзья. Разделю, друзья, на два раза, просто долью так. Могу разом выпить, но разделю. Загадаем желание. Глянем в камеру. Да, друзья, что-то сегодня я не спешил, как говорится. Скажет кто-то, ты там, не, бывали такие, ты там щекушкой там сидел полчаса, друзья. При большом желании можно выпить из горла, но зачем? Я знаю таких людей, могу, но не буду это снимать, скажу честно. Не хочу над людьми издеваться, это унижение людей, которые могут литр самогона с горла выпить. Самогона не какого-то там 20 градусов, ну там 40 градусов там, или 20 градусов, а именно полтос, 50 градусов, хорошего, крепкого, первака. Ну а зачем? Или там водки, там пару бутылок. Зачем над людьми издеваться, друзья? Я смотрел много видео в интернете, там выпьешь, там, да, люди пьют, ты бомжи несчастные, там, или алкаши.
Во-первых, ему какие-то деньги за это дадут. Во-вторых, он как бы выпьет это. Ну, зачем над этим, ну, над людьми издеваться? Как говорится, я не призываю к этому, что пить с горла, и не призываю пить много. Я предлагаю, самого у меня есть грехи, да. Если бывает, если я вот бухал, например, сегодня ночью, вечером, и на завтра хорошо переборщил, хорошо перегулял, и на завтра опохмелился, ну, дней через 5 увидимся, как говорится. 5-6 дней, дней 6-7 я буду, как говорится, в запое. Если я не опохмелился утром, все, что было, там, пиво, водка, вылил в раковину, похер, неважно. Я не пью, нехай там день там чем-то позанимался туда-сюда, другой день я там обзорчик на пиво запилил, там еще на что-то, короче, друзья, сделал там это видео. Так, чтобы если этот с утра начал, то, как говорится, не ждите, друзья, ни обзоров хороших, или вообще не ждите обзора. Вы сами все прекрасно понимаете. Даже. Ну, давайте, друзья, половинку. Чуть меньше, когда по края, по самые неудобновато пить немножко. Это к ничему хорошему не ведет. Да, ты молодой, здоровый. Хотя да. Вот я в свои 27 лет, я не скрываю свой возраст. Что-то мне там 300 лет, нахуй, 500. Прошу прощения за свой мат. Я думаю, это первый ролик. Уже имею такие хорошие отходосы, что мне ночью ложусь спать, когда этот отходосы. Меня телепает, мне холодно, с меня пот течет. Кошмары снятся, не могу спать, не могу, не ем там, например, там пару ложек борща или супа, или бульона, ну, такое тяжелое состояние, друзья, для этого не надо доводить себя, оно ни к чему хорошему не приведет, друзья, так что сами все прекрасно понимаете. Ну, на похмельную тему, как этот, могу записать, ну, не надо, друзья, и не помогает, друзья, скажу больше. Не помогает, много чего не помогает. Так что как там пишут, говорят там и все остальное. Много чего не помогает. Если ты был на хорошей глубокой воде, если ты денек, да, помогает. Если ты был на тяжелой воде, то сами все прекрасно понимают. Ну давайте, друзья, чтобы никто из вас не был на тяжелой воде, всем мира и добра, подписывайтесь на мой второй канал Олег Мирон. Ссылка будет внизу в описании. По поводу посылок, как говорится, друзья, пишите мне в комментариях, я отвечу, там мы спишемся в соцсетях и там уже пообщаемся по поводу этой темы. Так что как-то так. Ссылку на свой инстаграм Бухло ТВ, вернее не Бухло ТВ, блядь, что-то Макс. Я что-то, кстати, что хочу сказать, кто меня смотрит, а куда Макс пропал? Кстати, я не знаю, что я так смотрю, ну, тоже за ним наблюдаю, потому что мне много кто пишет. 2 недели его не было, как-то я даже за его переживать начал. Дай бог, конечно, Максиму здоровья, давайте, конечно, за это выпьем, чтобы как-то даже вспомнилось мне. На Бухай ТВ подписывайтесь на ссылочку в этом, его, в ТикТоке, короче, и в Инстаграме, то в Инстаграме, если что, Инстаграм дам, кому надо будет. Ну, давайте, друзья, говорится. Всем мира и добра, Максу здоровья, что-то я за его переживать даже начал. Мне как-то все равно, мне с ним делить нечего, просто за его много кто пишет и там скопировал. Неплохой канал, у него свой канал, у меня свой канал, как говорится, такой, конечно, выйдет у меня видос здоровый реально, сейчас. Делить нечего, нормальный парень. Даже сейчас я скажу больше. Даже может, сейчас размышляем, с ним может что-то снять, как говорится, где-то как-то. Нормальный парень, я посмотрел, ну, скажу честно, ну, видосов 12 гляну, мне писали много кто. Нормальный парень, можно посидеть, можно пообщаться. Да, с любым я готов, ну, сняться. Кому надо, мы все мы люди, надо к людям относиться по-людски, не как к собакам. Давайте, друзья, буду тянуть уже, будем прощаться. Ссылка на мой второй канал будет внизу в описании. Всем мира и добра, всем удачи. Закусим. Водка, в принципе, нормальная. Обычная водка. Вот и все. Ну, цена сколько? 90, да, 91 гривна за пол-литра, ну, где-то 45 за чекушку, вы поняли меня.